Любители вкусно поесть – это специально для вас. Осетинское мясо, дальневосточная рыба, абхазский мед и многое другое. В Евроленде открылась выставка фермерских продуктов. Здесь и краснодарский чай, сухофрукты из Армении, абхазская аджика, дагестанские сладости. Обилие кавказских деликатесов просто зашкаливает. Вашему вниманию кабан в лимонно-гранатовом соке. Он маринуется, а потом запекается в тандыре. И вкус кабана становится нежным, вкусным и очень насыщенным. Также у нас есть домашняя колбаса, которая делается по старым традициям. И бывает, люди говорят, что вспоминают вкус детства. Мясо делается рубленым, домашняя колбаса просто великолепная. А здесь красуются свежие морепродукты с Дальнего Востока. Процесс готовки у каждого деликатеса свой, особый. Рыбу юхалу, например, делают по древним технологиям якутов. Чевычу изготавливают на ольхе. Вся продукция делится у нас на разные группы. Своя влажность, своя температура по хранению. Вот. Это очень сложно для того, чтобы вы могли приобрести здесь хороший качественный продукт, за который мы отвечаем. А здесь представлен сыр из Краснодарского края, город Армавир. Уйти голодным не получится. Это все можно продегустировать. Есть у нас сыр хороший очень, самый такой серьезный, 6 лет выдержки, из козьего молока делается. Последние 2 года он дозревает под землей. То есть там идет 65 оттенков вкуса. То есть у каждого человека по-разному отдают, кому-то орешками, кому-то и корочкой. Вот так вот играющий сыр вкусный. У Рафаэла Каграманова своя сыроварня. На ярмарку привез выдержанные сыры из молока буйвола. Есть даже козьи, диетические, делается из молока дамасской породы коз. Полезный, укрепляет кости. Попробовать и приобрести кавказские вкусности можно до 10 сентября в Евроленде. Галерея «Рим». Юлия Семина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».